Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». В декабре 2018 года коллектив Магнитогорской детской больницы отмечает 55-летие родного медицинского учреждения. Юбилейный год стал для главного центра детского здравоохранения «Магнитки» и всего юга Челябинской области точкой отсчета в начале очень серьезной и масштабной реорганизации. Не случайно решением Министерства здравоохранения Челябинской области главным врачом больницы назначена Марина Шимитова, человек, имеющий огромный опыт в деле реформирования системы оказания медицинской помощи. Одно из управленческих организационных решений, которое принимает на сегодня правительство Челябинской области, Министерство здравоохранения области под эгидой губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского, это создание на юге Челябинской области Центра охраны материнства и детства. В его составе будут все детские подразделения города, все лечебные учреждения, оказывающие медицинскую помощь детям. Это детская больница, детские поликлиники, это два родильных дома. Организационной работой по созданию Центра охраны материнства и детства в Магнитке занимается большое количество специалистов. Министерство здравоохранения Челябинской области, Фонда обязательного медицинского страхования, администрации города Магнитогорска. По словам заместителя министра здравоохранения Челябинской области Виктории Сахаровой, такая структура поможет решить очень многие проблемы детской медицины на юге Челябинской области. Это для Челябинской области новая форма организации оказания медицинской помощи. Она не новая в стране. Таким образом развивается центр в Екатеринбурге, в Москве, в Питере. То есть эти формы, они сегодня признаются наиболее эффективными в плане преемственности оказания помощи. Самое главное, можно сказать, кричащая проблема Магнитогорской детской больницы сегодня – нехватка кадров. Обеспеченность медицинского учреждения врачами составляет 37%, а по некоторым категориям специалистов и того меньше. Более 60% докторов – люди пенсионного возраста. Врачи и медицинские сестры буквально живут в родной больнице. Работа на несколько ставок, 10-12 ночных дежурств ежемесячно – увы, это привычное расписание для медиков. Я работаю как заведующий, работать должен каждый день в день, называется. Ну, это как на комбинате по пятидневке, скажем так. Да? Плюс к этому еще от, ну, в лучшие месяцы от 10, в худшие – до 12 дежурств. Иногда дежурства могут быть сдвоены, то есть домой приходишь после 2,5 суток. Детская больница города Магнитогорска – многопрофильное учреждение. В ее структуре два отдельно расположенных стационара, амбулаторно-поликлиническая служба, две поликлиники. В больнице трудится более 1000 сотрудников, в числе которых 155 врачей. Я искренне благодарна нашим докторам, которые в небольшом количестве, в условиях такого дефицита кадров, продолжают преданно, добросовестно, с любовью к профессии, к детишкам выполнять свою работу ежедневно, еженочно. Команду магнитогорских детских хирургов очень многие магнитогорцы знают в лицо. Четверо хирургов-старожилов – Герасим Михайлович Зайцев, Тамара Степановна Батраева, Алексей Юрьевич Рубан, Николай Андреевич Осипенко – работают здесь по 30-40 лет. Бывают случаи, когда приходят мамы с ребятишками и говорят, что «Ой, а мы у вас оперировались в свое время». Я говорю, когда? Да, там, в 92-м, там, 93-м году. Такие случаи не единичны, не только у меня, но, наверное, у других докторов. На сегодняшний день я, наверное, по возрасту старше всех здесь, и по стажу, и по возрасту. Но я вот ни минуты, ни дня не жалею, что я вот в этой профессии. Да, она сложная, непростая, она отнимает много сил, энергии, много. Особенно по дежурствам принимать надо решения такие быстрые, экстренные. Принять надо решение правильно, потому что от этого зависит жизнь ребятенка. Проработав 40 с лишним лет, ни одного дня не жалею. Приходят уже бабушки со своими внуками. И мамы приходят, которые вот вчера были пациентами, а сегодня уже с детишками. Хотелось бы, конечно, смены. Чтобы приходила смена молодая. Молодая смена представлена пока только единичными хирургами. Я работаю с 2013 года здесь, приехала в интернатуру по приглашению. Сама я из Челябинска. Приятно, хорошо работать с опытными, знающими людьми, которых стаж работы
больше, чем мне самой лет, вот, которые нас научат не только мастерству хирургии, но и по жизни направят в нужное русло. Ежедневно в стационаре выполняется по 5-6 плановых операций. Сколько, помимо этого, привезут экстренных детей и с какой патологией, заранее, конечно же, никто не скажет. Детская хирургия – это призвание. Наша профессия, наверное, это призвание. Призвание, да, и действительно мы здесь, скажем так, не гонимся за выгодой, не гонимся за чем-то еще. То есть мы честно, добросовестно делаем свое дело. Особое направление оказания медицинской помощи в Магнитогорской детской больнице – выхаживание недоношенных младенцев. Это очень тяжелый, кропотливый, ответственный труд, которым занимаются неонатологи. Через наше отделение ежегодно проходит в пределах 350 ребятишек. Из них 85% составляют именно недоношенные дети. Среди недоношенных детей в группе с экстремальной низкой и низкой массой тела это где-то около 25%. За прошедший год мы выходили и выписали из отделения 86 недоношенных детей с массой менее 1,5 килограмма. Самый минимальный вес, которого мы смогли выходить ребенка в прошлом году, это был 550 грамм. Команда неонатологов детской больницы – это очень опытные медики, за плечами которых сотни и тысячи самых маленьких пациентов, которым они помогли выжить. С 1989 года, как пошла с института на интернатуру, здесь так и осталась в этом отделении, и по сей день работаю. Мы выхаживаем детей из родильных домов города, помогаем сельским районам, оттуда детей забираем, обследуем их, помогаем мамам встать на ноги, грудное вскармливание развиваем. Они очень маленькие и много тяжелых, у нас реанимации много, конечно. Поэтому мы все рады, когда они выписываются, домой идут. Радуют родителей. Доброта. И сам такой же бываешь, как ребенок. Добрый, счастливый. Большинство недоношенных детей, малышей с врожденной патологией, новорожденных младенцев с другими самыми различными проблемами со здоровьем в детскую больницу направляется из родильного дома номер 2. С организацией Центра охраны материнства и детства оба медицинских учреждения войдут в единую структуру. Хотя опыт взаимодействия неонатологов родильного дома с докторами детской больницы за годы и десятилетия уже отработан до мельчайших нюансов. Детской больнице 55 лет. Сама жизнь поставила им 2 пятерочки за их профессионализм, за их самоотверженность, за их преданность работе, за их любовь к детям. Коллеги, дорогие наши коллеги, огромное спасибо за ваш труд, за вашу помощь, за коллегиальность, за доброе, чуткое, отзывчивое отношение к нашим деткам, которым мы переводим на дальнейшее долечивание. Все 55 лет существования стационара детской больницы в единой связи с ним работает и амбулаторное подразделение. Юбилей больницы – это и юбилей поликлиник. Цель едина – забота о здоровье детей. Мы оказываем первичную медико-санитарную помощь на своем этапе, первичную специализированную помощь, помощь в дневном стационаре. Плюсы – это, конечно, в организации работы, в госпитализации детей, в получении консультаций детей ведущими специалистами Третьей детской больницы, в организации работы параклинических исследований. То есть это лаборатория, функциональная диагностика, это рентген, это компьютерная томография. То есть вся параклиника, которая существует в Третьей детской больнице, мы ее используем для своих пациентов. Работа мне всегда нравилась и нравится. Детей мы очень любим, и весь коллектив любит детей. Здесь мне очень нравится организация работы, потому что все вопросы, все проблемы решаются быстро и четко. Всегда есть путь, когда хоть иногда и кажется, что что-то очень сложное, проблема какая-то. Все решается оперативно и быстро. Я считаю, что для нашей поликлиники ничего невозможного нет. Это дом родной. Вот эта поликлиника для меня дом родной. Это не просто слово. Не бывает в педиатрии случайных людей. Они просто отсеиваются, так это уходят. Случайные люди действительно в детской медицине не задерживаются. Сюда приходят только те, для кого помогать детям – зов души. К примеру, Наталья Павловна в педиатрии всего несколько лет. Специально прошла обучение и пришла работать в поликлинику. При этом она смогла организовать работу службы и кабинета неотложной медицинской помощи в поликлинике номер 3. Я в педиатрии и в этой поликлинике работаю 5 лет. Как ни странно, очень мало.
Работу свою безумно люблю. К этому шла всю свою жизнь. Очень долго мечтала. И вот, наконец, моя мечта сбылась. Детские поликлиники сегодня, несмотря на те же кадровые проблемы, что и в стационаре больницы, учреждение здравоохранения, где стараются сделать все возможное для максимального комфорта детей и родителей. Через пару недель нам будет годик. Вот мы как раз начали проходить медицинскую комиссию годовалую. В принципе, персоналом довольны. А регистратура отзывчивая, все очень быстро. На телефонные звонки отвечают быстро. Доктор замечательный. У нас все хорошо с первых дней. И в течение года мы наблюдаемся. Здесь никаких вопросов нет и проблем. Магнитогорская детская больница в последнее время преображается буквально на глазах. В течение нескольких лет администрация города Магнитогорска целенаправленно занималась финансированием ремонтов в отделениях. Это одно из обновленных отделений, инфекционное, в котором лечатся груднички. У нас острая патология, в общем-то, изначально здоровые детки. Поэтому, да, мы довольны. У нас получается вылечивать до выздоровления. На самом деле помогает выписывать уже здоровых деток. Я впервые попала еще в больницу со своим ребенком. У меня второй ребенок. Мы впервые находимся. Вы знаете, лечение очень комфортное, очень чистое, очень доброжелательный персонал. Все удобно. Находимся, ну, несмотря на то, что мы болеем, и как бы это не очень... Все так благополучно, но где-то даже есть такое закрадывается в глубине души, что мы как на курорте. Прям спасибо, что здесь сделан достойный ремонт и очень доброжелательный персонал. Прям им спасибо. Первые плюсы модернизации в рамках открытия Центра охраны материнства и детства детская больница уже почувствовала. Расписана череда ремонтов. В настоящее время эти работы проводятся в клинико-диагностической лаборатории. А главное, начались поставки долгожданного, очень нужного медицинского оборудования. В лаборатории уже получили 3 ламинарных шкафа. Это биологически безопасные боксы для проведения бакпосевов. Прямо ко дню рождения больницы, к 55-летию, медики получили подарок от Министерства здравоохранения России. За счет федеральных средств был приобретен специально оборудованный автомобиль для паллиативной службы. Это медицинская помощь самой тяжелой категории пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Этим пациентам мы оказываем симптоматическую помощь, облегчаем их страдания, делаем их жизнь максимально комфортной, ну, той продолжительности, которая им предназначена, сколько времени они проживут. Машина имеет свой генератор, оборудована вентиляцией, кондиционером, умывальником, удобной кушеткой. Все предусмотрено для выезда на дом и транспортировки детей в стационар в комфортных условиях. Планов по модернизации детской медицины много. Это и открытие консультативно-диагностического центра в больнице, и внедрение новых лабораторных диагностик, и развитие хирургии, приобретение C-дуги, эндоскопической стойки. В планах даже сделать пристрой к одному из корпусов и организовать в нем стационарное отделение. В 2019 году в детской больнице ожидается прибытие команды практикантов. 49 студентов Южноуральского медицинского университета, которых «Магнитка» отправила учиться в рамках целевой программы, прибудут на практику в помощь нашим докторам. Вполне может быть, что молодежь в этой больнице и останется. У очень многих здешних докторов в трудовой книжке одно единственное учреждение – детская больница города Магнитогорска. Истинным медикам свойственно такое погружение в профессию. Так, к примеру, приехав сюда проходить интернатуру в 1988 году, 30 лет назад, и работает Марина Владимировна Виноградова – врач-педиатр, инфекционист, пульмонолог, аллерголог. Вообще дети – это очень благодарные пациенты, если с ними работаешь правильно, и у них отдача хорошая. Вот за эти 30 лет можно сравнить, какие больные были тогда и сейчас. Это не только в плане пульмологических или аллергопатологий. Ведь болезни были более тяжелые, течение более осложненное, исход тоже проблемный. Сейчас же вытаскивают таких детей, у которых раньше шансов не было. И поэтому в этом свете мне не совсем понятно, почему население так негативно относится к медицинским работникам. К сожалению, взрослые пациенты педиатров, родители действительно меняются. Дети тоже меняются, говорят медики, но в лучшую сторону. Дети более умные, более общительные, общаются с врачом очень. И с медсестрой успевают пообщаться во время приема. И мы от детей очень много узнаем. А вот перемены в родителях не столь радужны. Зачастую педиатры сталкиваются с исключительно потребительским отношением к медицине и безответственным к собственным детям. Детей роняют очень часто. Роняют из сумок переносок. Детей, искупав в ванной ребенка, оставляют на стиральной машине.
Сами ходят мамочки, например, за полотенцем, думая, что он не перевернется. Он вчера не переворачивался, а сегодня он перевернулся и на полу. Таких случаев очень много. Ну вот, например, меня удивила одна очень молоденькая мама, которой, наверное, где-то 18-19 лет, год или полтора года тому назад. Ребенку год. Карточка такая уже весомая. Знаете, четвертый раз у нас с травмой. Она говорит: вы знаете, я не высыпаюсь. Он у меня уснет, мне нужно ответить ВКонтакте, в Твиттере, в Одноклассниках. То есть вот такая сейчас тенденция. Детский травматизм, вызванный исключительно родительским недосмотром, проблема, с которой практически ежедневно сталкиваются специалисты как амбулаторно-хирургического отделения, так и стационара. Наши сотрудники, которые работали 30-40 лет, у нас есть такие сотрудники, которые долго работают в больнице, они говорят, что вот в 70-х, 80-х годах, чтобы привезли ребенка с травмой до года, с маленького ребенка, это был какой-то нонсенс. Сейчас мы это видим каждый день. Понимаете? Раньше нас, как я говорю, нас носили около сердца. Сейчас мы носим в сумке ребенка около коленного сустава. Вы видите уникальную коллекцию инородных тел, собранную доктором-эндоскопистом больницы Владимиром Суворкиным. Все эти предметы он извлек из пищеводов и желудков своих маленьких пациентов с помощью эндоскопа. Монеты, иголки и булавки, заколки для волос, пуговицы, кольца, батарейки и магниты, чего только не глотают малыши, оставшись без родительского внимания. Подобная коллекция есть и в лор-отделении больницы, только это предметы, извлеченные из ушей и носов. По словам заведующего хирургическим отделением больницы Герасима Михайловича Зайцева, ему и его коллегам неоднократно приходилось оперировать прободение пищевода обломками мясных косточек, перитониты, вызванные инородными предметами. На магнитах хотелось бы остановиться отдельно, ведь мы оперировали за эти несколько лет 7 человек с магнитами, круглые магниты, которые имеют очень выраженную магнетизм между собой. Дети их проглатывают по одному, два, три, иногда даже было 7 магнитов. И они склеивают кишку и вызывают перфорацию кишки. То есть кишечное содержимое идет в брюшную полость, вызывая перитонит. Ну как такое? Это получается, что болезнь ребенка, опять же, связана с недосмотром родителей. Берегите детей, говорят медики папам и мамам. Это будущее. Ну а руководители здравоохранения всех уровней будут заботиться о модернизации Магнитогорской городской детской больницы. Необходимость в этом назрела. Тем более, что президентом нашей страны Владимиром Путиным объявлено 10-летие детства. Все социально значимые структуры взяли курс на заботу о главном – будущем поколении россиян. Городская детская больница «Магнитки» – это хранитель здоровья всех детей нашего города и ближайших сельских районов. А это более 100 тысяч юных граждан. Многие поколения педиатров формировали доброе имя Магнитогорской детской больницы. Медики верят, что 55-летие больницы станет началом нового этапа. Мы понимаем, что Магнитогорск для нас – это вторая совершенно полноценная база, на которую мы можем сложить все сложные диагностические случаи. И только единичные дети уезжают в Челябинск для комплексной диагностики, высокотехнологичной медицинской помощи. И еще меньше направляются в федеральные центры, только там, где показано углубленное обследование, ну, в том числе и медико-генетическое. Поэтому наличие такой полноценной базы с такими квалифицированными кадрами само по себе подарок и для всего нашего здравоохранения, тем более для жителей и Магнитогорска, и всех окружающих районов. От имени Министерства здравоохранения Челябинской области, министра здравоохранения, от себя лично, разрешите поздравить вас с таким прекрасным светлым праздником – юбилей больницы.